7 января в праздник Рождества Христова состоялось путешествие вслед рождественской звезды. Путешествие началось от того самого места, где раньше находился наш храм, и проследовал к пещере Вифлеем на территории храма Рождества Христова, чтобы прославить родившегося Бога младенца. Волхвы несли дары – золото, ладан и смирну. Вместе с ними к пещере направились пастухи, а также Христославы. На протяжении всего пути, прославляя родившегося Христа, исполняли тропарь и кандак праздника. Христос родился! Для прихожан и гостей на территории храма звучали колядки. Славьте Господа вся земля! Воспитанники Русской православной школы выступили с небольшим концертом. Христос родился с Рождеством! Рождеством Христовым! С праздником вас! На казачьем хуторке была организована ярмарка мастеров-ремесленников. Здесь были представлены вязаные игрушки, мыло ручной работы и многое другое. Вечер тебе добрый, дорогой хозяин, радуйся! Все желающие могли подкрепиться блинами и чаем на травах. Праздник всех православных христиан. Ну, мы проводим его всегда в семье. Ездим к крестным. Для меня это праздник, когда мы ходим в храм. Мы дарим подарки друг другу, празднуем. Праздник великий, духовный, святость определенная, да, сила, вера, любовь, семейный праздник. Христос родился! Вспоминая рождение Спасителя и благодаря Его, принесем Ему свои дары – веру, надежду, любовь и дела милосердия.